Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный пистолет Colt M1911A1 Night Warrior производства компании Tokyo Marui поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, набор пристрелочных мишеней, сам страйкбольный пистолет, магазин, вставки магазин для холостой стрельбы, заглушка ствола, ключ для фиксатора ствола, пакет тестовых шаров и пластиковый шомпол. Данный страйкбольный пистолет является копией одной из многочисленных вариаций тюнинга доработанной версии американского самозарядного пистолета 45-го калибра Colt M1911A1 под аббревиатурой MEU, состоящей на вооружении сил специальных операций армии США. Представленный страйкбольный пистолет функционирует на сжиженной газовой смеси стандарта Green Gas, резервуар для которой расположен в магазине. Сразу следует отметить, что использование других типов сжиженной газовой смеси, а также сжатых углекислот, может привести к поломке изделия. Для того, чтобы заправить магазин, нам понадобится баллон с грингазом. Необходимо повернуть магазин пяткой кверху и совместить сопло баллона с заправочным клапаном на пятке магазина, после чего с усилием надавить на баллон. Данный магазин оборудован шумным клапаном, поэтому при заправке часть газа будет распыляться. Индикатором заправленности резервуара магазина выступает резкое увеличение выброса газа, что также сопровождается более громким звуком травления газа. Как только газ начал распыляться активнее, магазин заправлен. Характерным особенностям пистолета можно отнести имитацию хода кожух затвора при стрельбе, наличие на рамке интерфейса стандарта Picatinny для установки лазерных целеуказателей и тактических фонарей, наличие дополнительных насечек на кожух затворе, облегчающих перезарядку пистолета из неудобных положений, декоративное хромированное покрытие наружного ствола, блокиратора ствола, магазина и курка, возможность регулировки положения спусковой скобы при помощи болта под шестигранный ключ, видоизмененную облегченную форму курка, спусковой скобы, счетчик рукояти, предохранителей и прицельных приспособлений. На тыле автоматического предохранителя выполнена увеличенная гарда в виде наплыва, служащая для более удобного хвата. Корпус страйкбольного пистолета изготовлен из ударопрочного heavyweight пластика. Из металлического сплава выполнены лишь магазин и отдельные элементы конструкции. Механический предохранитель на страйкбольном пистолете представлен в виде двухстороннего флажкового переключателя на тыле кожух затвора. В поднятом положении предохранитель включен, в нижнем положении выключен. Кроме того, на тыле рукояти имеется автоматический предохранитель в виде клавиши, которая при неправильном хвате оружия в неутопленном положении блокирует ход спусковой скобы. Ударно-спусковой механизм данного страйкбольного пистолета одинарного действия. Возможность стрельбы самовзводом отсутствует. Для производства первого выстрела необходимо отвести кожух затвор назад до отказа и отпустить. Дальнейшее заведение ударно-спускового механизма будет производиться автоматически. По окончании шаров в магазине пистолет станет на затворную задержку. Для регулировки хоп-апа потребуется отделить кожух затвор от рамки пистолета. Для этого отводим затвор назад, извлекаем рычаг снятия затворной задержки и снимаем затвор. Внизу на имитации патронника расположено рифленое колесико, при повороте которого в сторону курка увеличивается степень подкрутки шара. Штатные прицельные приспособления представлены в виде открытых мушки и целика с контрастирующими маркировками в виде точек белого цвета для облегчения прицеливания. При правильном прицеливании точки выстраиваются в одну линию. Целик имеет регулировку по горизонтали, для этого потребуется ослабить винт под плоскую отвертку. Установка магазина производится вертикально вверх в основании рукояти до щелчка. Для того, чтобы извлечь магазин, необходимо нажать на клавишу экстракции, после чего он сам выпадет вниз. В комплекте поставляется металлический магазин. Для того, чтобы заполнить его шарами, потребуется воспользоваться лоудером, а также по желанию можно зафиксировать подаватель при помощи ключа из комплекта поставки. Также можно зарядить магазин вручную, удерживая подаватель и вставляя в губки магазина шарики по одному.